Это в Башкирии проснулись мы. Рядом Лукойл. 1152, по-моему, километр, что ли. Погода, конечно, не располагает сегодня к работе. Но вчера ехать тоже невозможно было. Просто невозможно было. Тяжело. Машины постоянно это... Кто-то едет, тупит, кто-то не тупит, кто-то газ, кто-то тормоз. И, короче, прям невозможно было ехать. Решил... Решил, короче, остановиться. Лечь спать. Чем? Заниматься непонятно чем вот этим вот. Ехать, не ехать. Все, сейчас выдвигаемся. Сейчас главное поутру проскочить Октябрьский. До Октябрьского добраться, потому что там пробка как бы начинается. Оттуда там ремонт и дороги. Дорог. Ну все, а там дальше что? Урал! 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 Скакать бы сегодня до этого, как его называют, до Кургана, до Зауральского тракта было бы вообще хорошо. Да, стоянка полная, здесь все забитое. Я заезжал, здесь пусто было. Здесь две машины всего стояло. И на стоянке стояло от силы 4 машины. Сейчас потихоньку, помаленьку по пустой дороге проскочим. Все, подзаправились. Двигаемся дальше. Надо заехать в Кропачево, надо купить этот. Как он называется-то? Скажу. Для автономки. Рукав. Блин, как он называется-то? На выхлопную трубу, чтобы не прогорала гофра. Воздухозаборная, то прогорает. Ну так зайдем еще, пошаримся там. На спуске в самом низу. Так что будь повнимательнее, там колейка собралась километров 10, наверное, уже. Ну, примерно так. Ебаный, что за авария? Спускаемся с Уралом. На спуске догнал. Вернее, по Уралу идем. Садка. Садку проехали. Бакал, по-моему, называется. Гора. Горку эту называют Бакалом. Говорят, там авария, километров 10, он сейчас только что сказали, уже пробка собралась. Ну, а мы потихонечку спускаемся. Ретардер работает. 7-я пониженная. Спускаемся вниз. Приотпускаем ретардер. Немного раскатываемся и опять, вот сейчас опустили. Раскатываемся и опять включаем. Человек, парни, вот заметил такую штуку. Впереди идет фура. Вот у него стопаки непонятно как работают. Это какой-то новый прикол с лампочки какие-то или что это? Вот он едет, он чуть нажал на тормоз, она у него просто моргает. Просто моргает. И когда, вот я так понимаю, сильнее нажимает, они именно загораются у него. Что это за прикол такой новый? Я не знаю. По глазам прям запутывает. Я не знаю, если это лампочки, нахрена их ставить, если ты хочешь чем-то выделиться, я не знаю. Но не этим надо выделяться. Так вот едешь, едет человек за кем-нибудь, отвлекся немножко, и все, и приехал взад, блин, из-за того, что у него просто лампочки вот эти моргающие стоят. Вот он едет, у него моргают они. Вот что это за гад, что это у него работает, стопы или что? Непонятно. Вчера тоже ехал за паровозиком, за Део каким-то или Хендаем каким-то. Вот. И получается, у него эта бегущая строка это была сзади стрелками. Тоже, блин, так отвлекает. Я не знаю, я не мог ехать за ним. Кое-как его, короче, обогнал. И вообще, я не понимаю, для чего вот это вот ставить. Он сам, наверное, не ездил за такой штукой ни разу. Не тащился. Наверное, как поедет, так он снимет ее. Час уже стоим, наверное. Минут 40 точно. КамАЗ, МАЗа догнал взад.
работы отстаиваемся. А потом непонятно, как режим труда и отдыха соблюдать, блин. Проезжаем знаменитую рамку опять. Сейчас будем проезжать. Посмотрим, что она нам покажет. Он говорит, на рефе, говорит, аж даже пробивает, говорит, не габарит показывает. А, он превышение габарита у кого-то было. Сейчас посмотрим, что у нас покажет. Мне приходилось, я сам лично видел, вот и заехал с теми, опять елки этот планом нарисовал. Сейчас еду, опять стреляет. Я говорю, что ж такое? Превышение высоты 6 сантиметров. То есть никакого. Ну-ка. О! Превышение габарита у нас. Вот так вот. Хотя мы в габарите идем. Остается у нас последний рывок. Чувал я в крутинке. На уюте. Вчера в душ сходил. Салатика покушал, морсика попил. В общем, жизнь вчера почти удалась. Думал еще вчера выпить чего-нибудь покрепче, но не стал. Надо сегодня с утра пораньше вставать. Да и погода такая дождливая. Неохота. Поеду я, наверное, сразу в Красноярск, чтобы быстрее все это было выгрузиться. Чтобы в четверг с утра спокойно уже приехать туда, выгрузиться. В пятницу выгрузиться в Кемерово. И потом уже грузиться в обратную сторону. Ну а когда загружусь в Кемерово. Что я наделал? Когда в Кемерово загружусь, приеду домой. Дома встаю выходные. И, наверное, в понедельник поеду, буду выезжать. Посмотрим еще, как оно получится. Загадывать не надо никогда. Подъезжаем уже где-то к Кубинке. Вернее, не Кубинке, к Каргату, к Шмаковым. Будем сейчас заезжать туда обедать. Можно так сказать. Потому что время уже надо отстояться. И надо покушать. Все, до дома. Долетаем до дома. Дома оставляем кое-какие вещи. Собираемся и едем дальше, докуда пойду, еще не знаю, докуда получится дойти сегодня. Хотелось бы все-таки за Кемерово выскочить, потому что надо за Кемерово выскочить, чтобы с утра не ходить по пробкам, не собирать их. Ну стоит, протирает фары на новой машине. Подъехал Роман Владимирович. Это что за писк был такой? Как будто мышь придавили, а? Ну и что? Вот. Взял. Покупка нашего автомобиля. Взял. А все говорят, перевозка хуёво, да, говорите, да? Перевозка, а-га. Денег вообще нет. Как там говорят, home, sweet home. Все уже. По Бугринке еду. Заскакиваем сейчас домой на 5 минут. И катим дальше. И опять день следующий. Ночевали мы на Буратинке. Доехал вчера уже под вечер. Ни хрена не стали выгружать они вчера. Ну, сегодня сейчас проснулись и в сторону аэропорта туда выдвигаемся. Станция Минина, по-моему, называется. Населенный пункт там. Где выгружаться будем. Станция Минина. Сейчас приедем, они к 9 вроде должны подскочить. Туда нам полчаса езды. 29 километров, 29 минут показывает навигатор. И будем выгружаться. Выгружаться нам надо будет верх открывать. Наверное, сразу встану как-нибудь так, чтобы можно было верх открыть на месте уже. И будем открываться. Сейчас туда вот к
вышки будем задом заезжать, там вышка. И выгружать. Пойдем растантовывать, пока едет кран. Немного занимаемся колхозом. Такая вот штука. Будем делать этот, как его называют, чтобы, короче, у нас ходовые огни загорались всяко-разно. То есть включаешь фары, блин, этот, как, ходовые огни тухнут. Включаешь, снимаешь с ручника, выключаешь фары, габариты загораются. Не габариты, как он? Ходовые огни загораются у нас. В общем, примерно как-то так вот. Схема у нас сделана из трех релюшек и провода, плюса, минуса, все дела. Сейчас будем пробовать. Так, вчера попробовал, вроде все как надо работает. Сейчас посмотрим по факту, как будет. Вот и все. Вагончик стоит на месте. Мы качаем воздух и выезжаем в сторону Кемерово. Завтра в Кемерово выгружаемся и в сторону дома отдыхать, машиной заниматься. Работает в моем случае через ручник. Ладно, будем что-нибудь сейчас пробовать по-другому. Без ручника будет постоянно гореть теперь. Смотрим, что получилось. Включили зажигание. У нас включились ходовые огни. Приборка потухшая. Ходовые горят. Включаем габариты. У нас все потухло здесь. Ходовые потухли, габариты горят. Все через реле, все нормально, все как и задумано. Туманочки. Так вот у нас светят туманочки. Я там верхних лампочки поменял. Теперь вообще все огонь. Пойдем сходим, умоемся на заправку и будем вставать, расчехляться. Надо. О, вот так вот светят ходовые огни. Вала он фордец. Что такое агрегат? Колеса на клиньях. Интересно, какой у него год, блядь. Кран приехал. Я уже открыл, все подготовил. Только выдернуть и поставить. Пойду пока в тепло. Снежок.
компрессор заводим, я назад сдаю. Они его завели, я назад сдаю. Ну все, здесь все стоит. Тоже нормально. Все, закрываемся. Все, наконец-то выгрузились. Теперь со спокойной душой можно ехать до дома. Отдыхать. Наконец-то. Шла зима. Сейчас с утра едем тренировку к сыну, посмотрим, как занимается. Ну а потом будем собираться в рейс. Все, запустились. Сейчас пойдем с крыши снег скинем, чтобы никому ничего никуда не прилетело, и будем собираться выезжать. Снега, конечно, навалило вообще нормально. Получается, если вот это все не убрать, не счистить, это может полететь сзади идущие машины, встречные машины, просто с крыши может сдуть, и все, и будет беда. Ну вот, как-то так. Теперь можно ехать. Здесь, конечно, провисло все. Хреново. Зима пришла неожиданно. И опять кончились термостаты. На этом они тоже кончились. Как и на том, собственно. Надо еще выдернуть, посмотреть, а то вдруг они не той стороной стоят, как на том мане. Ну да ладно, завтра надо будет, сегодня доберемся до Омска, и завтра где-то надо найти там на объездной термостаты, надо будет найти их, потому что, ну, это не дело с такой температурой ехать. Я уже картонку ставил на улице, пускай 15 градусов мороза, и так ехать — это нифига не дело. Вот. Выехали мы поздно. Сейчас всю дорогу ехали. Тоже, считай, до Чулыма ехал. То 60, то 70, то 60, то 70. И, короче, кто-то туда-сюда гонял в жлыгу. То поначалу, ну ладно, там как-то скользковато немножко было. Ну и опять же, как скользковато, просто была сырая дорога. Такого, что прям скользкое, я не ощутил. И останавливалась машина, и все, то есть нормально все было. Вот. Короче, хрен пойми, как ехали. Сейчас вроде выбрались, все, всех обошли. Там у кого-то даже солярку прихватывало. Но опять же, на улице мороз. Зачем литься на непонятно каких заправках? Сомневаюсь, что он на Газпром менился, потому что все же едут, у всех все нормально, блин. Вот, ну, как бы, кто его знает, как у него получилось. Говорить не будем. Плохими словами называть тоже не будем. Пока дома стоял, подтянул ремень на генератор, он зарядка появилась 28. Сейчас при условии, что этот свет включен, печку включаешь, где-то до 27,5, где-то 27,8 падает заряд сейчас. Ой, и моторчику еще и хана пришла, 27,5. Ну как бы печка сейчас не нужна, в принципе, как бы она самотеком хорошо дует, нормально, в принципе. И надо поменять эту крутилку печную, потому что она тоже непонятно как работает.